Минувшее воскресенье, 7 июля, нам поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе пляжа Дофиновка и прилегающих. Нами был осуществлен выезд для подтверждения либо спросования такого факта. Действительно, была обнаружена пленка серебристого цвета и видимые частицы нефтепродуктов. В рамках компетенции мы обратились в Государственную экологическую инспекцию Крымско-Черноморского округа. Они также знают о существующей проблеме. Правда, довольно-таки поздно вчера были только отобраны пробы морской воды в рамках мониторинга. У экологической инспекции существует современная лаборатория. Сейчас проводятся соответствующие анализы. Нами подготовлено обращение в адрес экологической инспекции Крымско-Черноморского округа для установления факта источника данного разлива сброса нефтепродуктов. В ближайшее время получим информацию от экологической инспекции, и ими также проводится работа, мы сегодня выяснили в телефонном режиме, ими проводится работа по установлению источника. То есть это либо какое-то транспортное средство, пароход, либо разлив каких-то нефтепродуктов прилегающими предприятиями. Ну, мы смотрели с берега, довольно-таки большое, потому что оно огибает несколько пляжей, но само пятно находится изначально, то есть по опыту работы, само пятно находится, почему очень важна оперативная реакция, пятно находится в море, а потом уже его прибивают, соответственно, на пляж к берегу. Поэтому сказать, что размеры пятна мы не можем. Нефтепродукт существует, то есть мы видели и пленку, и видимые частицы, то есть ну, небезопасно в общем-то в плане визуальном, ну и плюс нефтепродукты, как вы понимаете, тяжело смывать, и ничего хорошего это не сулит. Есть ли риск, что пятно дойдет до городских пляжей? Риск есть. Мы также обратимся в филию Одесского морского торгового порта. У них есть существующее оборудование и специальный материал, который называется эконодин. Это биопрепарат такой специальный, который рассыпается, он в виде опилок таких, рассыпается на поверхность морской воды и нейтрализует нефтеостатки. Если определиться источник, да, это будет рассчитан ущерб. Опять же, это входит в компетенцию Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа. Они устанавливают сумму ущерба.